честно хочу сказать, не совсем планировал съемку этого ролика, но решил все-таки снять. Вот что я хочу сделать? Хочу я сделать все-таки на свой станок суппорт. Вот суппорт буду использовать я для обработки каких-то мягких металлов. Вот. Ну, естественно, я буду делать держатель для резца. Есть у меня вот такие вот мои старые самодельные тиски, я их давно делал. Вот. Ну, в принципе, они мне не нужны, да. Вот, у меня есть хорошие слесарные, вот, купил я потом все маленькие такие, настольные, малюсенькие. Вот, и этими тисками как бы я особо не пользуюсь, тем более они тут все болтаются. Ну, короче, это чугун. Вот, делал я их так, лишь бы сделать. Вот, везде тут все криво, все люфтит. Вот, и, естественно, ну, потом, наверное, сделаю себе нормальные из фанеры. Вот, а эти, ну, не знаю, может быть, частично буду использовать отсюда какие-то детали для тисков. Вот, но с этих вот тисков мне понадобится вот эта вот пластина. Вот, пластину я буду эту использовать для основы суппорта, да. Также я буду использовать вот такой вот квадрат металлический. Вот, получается, ну, у нас толщина его 14 миллиметров, да. Ну, 14 на 14, он со всех сторон одинаковый. Вот, и вот такую вот ось буду использовать. Это у нас восьмерка ось. Вот, вот верхнюю часть буду делать вот из такого вот металла. Ну, это, наверное, четверка сталь. Да, 4 миллиметра. Вот. Ну, сейчас покажу. Да, хотел еще вот такой вот. У меня пятерка есть. Ну, сильно она тут у меня дырявая. Вот. Есть еще такие вот железяки. Ну, не знаю, буду, наверное, из такой делать. Ладно, сейчас я разберу тиски, покажу саму основу. Итак, я разобрал тисочки свои старые. Вот, я не знаю, шпильку сейчас я вытащу. Так, длина шпильки, ну, длина коротковатая, наверное, я буду делать другую. Так вот, что я хочу сделать. Получается, вот это вот будет. Я, конечно, бы вот эту бы использовать, она более ровная была, но ладно. Вот так вот я сейчас нарежу вот этот вот квадратный профиль вот такими вот. Вот сюда одну и сюда одну. Вот они будут прикручиваться, получается. Вот, и сверху, точнее, не сверху, и между ними будут установлены вот так вот две. Вот так вот одна, и вот так вот вторая, вот металлические направляющие. Вот, и по ней будет ходить еще одна металлическая направляющая. Вот, в ней будет тоже два отверстия вот здесь вот, под вот эти вот два направляющих. Вот, а по центру будет установлена резьба. Вот, и с одной стороны крутишь кивок небольшой, и вот эта вот часть будет туда-сюда перемещаться. Вот сверху к ней будет прикручиваться какая-то вот, наверное, вот такая пластина, вот, на которой будет установлен уже резец. Вот, ну, ладно, к этому мы еще придем. Теперь нам необходимо подготовить все детали, все нарезать, вот, и приступить к сверлению. Вот, как-то так.